И снова всем здравствуйте. После хороших выходных я пришел размяться опять. Засиделся целый день посидеть дома. Так пробежался немножко по району. А приемка, потому что не работала, я и не ходил никуда. Я, короче, я по настроению хожу. Есть настроение, я в лесу. Нет настроения, я где-нибудь дома сижу. Ну и у меня первые находки пошли. Вот они уже. Кто такой? Ну, по-моему, это подкладка. Накладка, наверное, это. Вот гадина. Ну, все понятно, да? Точно, это накладка. Вот она. Торчит. А сейчас я ее вытяну. Ну и тут уже немножко насобирал. Вот тут уголок у меня валяется. Тут банка из-под охоты пива. Там оленишки кусочек. Ну всякая-всякая дребедень, короче. Фух. Я уже здесь был несколько раз. Я дня 3 назад вот здесь копал. Вот тут копал. Тут я копал несколько раз уже. А она снова почему-то запикала. Вот под этого тополя я швеллерок доставал маленький. Да тут я много чего накопал. О, накладки. Лежат, ждут меня. Тормозные колодки. Забыл забрать. Забыл. А вот проволока еще торчит. Ладно. Буду горбатить потихоньку. Ветерок небольшой. А так все хорошо. Вот такая фигня, ребят. Смотрите. Сколько раз был уже на этом одном и том же месте. А оно все равно все гудит здесь. Здесь оно не свистело до того времени. Вот когда я был, оно здесь не показывало. А сейчас вот дождик прошел маленько. И погода. Или он там наружу сам просится, металлолом этот. Так и говорит, что давай, Толяша, выкопай меня отсюда. А то мне тут тяжело в земле лежать, ржаветь. Лучше переплавь меня. Я себе тут наметил он. Короче, квадратик небольшой. Вот такой вот. Вот отсюда сейчас эту вытащил. Подкладку, накладку или что она там, хер знает. Она еще пибикает. И тут землю, думаю, кидать. Проверю. Сигналы идут. Ну вот. Тут где-то с метр. Метр на полтора. Вот этот квадрат я сейчас выдолблю. И посмотрим, что там в нем внутри есть. В этом квадратике, в этой землице. Вот в этих кустиках. Листва совсем упала. Вон дома уже четко теперь видно. А тут речка от меня 20 метров. Вон 30 метров и речка протекает. Ну все, я начинаю трудиться. Во, какая тара всплеснулась. 100% Советского Союза. Наверное. Что там я увижу, не увижу. 0,5. Ну, ясно дело, что не 0,10. Ничего не видно. Вот такой пузырек. Слышно, да? Ну вот. Какие-то железяки пошли. Даже не шевелится. Не знаю, что это такое. Сейчас будем добывать.
Так вот, опять то же самое, что позавчера было. Эти штыри, как ломики. Сейчас, и вон те два костылика моих будут теперь. Ну что, хорошо я сегодня загулял, да? Вовремя. Я на этой горке сколько раз был. А ну смотри, мне сегодня что показал. Сейчас. Вон уже сколько натрёс. Подкладухи какие-то, подкладухи, костыли, петли эти. Просто железячки. Вот такая вякушка, уголочечек. Ну и без этой, как без нее? Без этой-то никуда. А она сейчас он вообще хорошо. Что-то там поймал. Смотрите. Даже не шевелится. А я знаю, что это железя... Ой, все, упал нахер. Ё-моё, уголок. Видно, да? Сейчас я его вытрелёвывать начну. Это уголок. 63-й, по-моему. Да, нам без разницы какой. Чем толще, тем лучше. Итого, перелопатил вот такой участок. Где-то 2 на 2. Почти до нефти докопался. Здесь пибикает. Вот такой участок. Тут уже нету. Вот, начинает. Сейчас буду исцелять землю матушку. Переходим на новый уровень. Этот у нас уже вот такой вот. Здесь земли выкопана пропасть. Рядом теперь. Вот. Ну и что вы думаете? Что здесь может быть такое? Вон аж куда пришла. Ну, загадывайте. Я думаю, это проволока. С петлей какой-нибудь. Что, копаем? Смотрим. Ну вот, господа, товарищи, друзья. Братья и сестры, фу, первые мои раскопки с этой лунки, где я сказал, что проволока. Но это не проволока. Дальше пошли. Сейчас покажу. Опа. Вот. Какая-то железяка. Не знаю, что это такое. Она толстая. Будем доставать. Она гадюка в корнях. Вот в корнях, в деревьях. Ну что, нам первый раз, что ли? Правильно. Вытащим потихоньку. День короткий, думаю, его вытащим. Что там может быть? Не знаю. Так куда же еще сюда пибикало? Здесь я проволоку одну вытащил. Посмотрим дальше, что получится. Ну вот, я ее достал. Думал, что-нибудь здесь серьезное будет. А тут всего-то. Но это не топор. Я не помню, что это такое. Но я ее в своей жизни встречал. Что это такое, я не помню. Я ее... точно видел. Ну и бог с ней. Пойдем дальше.